Пусто скачут. Впереди еще три старта, трех спортивных школ, поэтому нужно набраться силы терпения. Какой эффектный разворот, да, друзья? Это настоящая формула один потопочки. Олимпийского огня. Это высокая честь для нас, для города. Тобольск всегда играл важную роль в жизни государства. Это был оплот государственности в Сибирском крае, духовный и культурный центр России. И сегодня наш любимый город остается достоянием нашего российского государства.